В Люберцах завершился весенний призыв в армию. Городской округ выполнил план призывной кампании в полном объеме, а новобранцы уже отправились в места несения службы. С каким настроением люберецкие призывники вступают в новый жизненный этап, расскажет Луиза Егезарян. Просто шок, потому что не верю еще. Вот завтра будет хуже. Завтра будет уже потяжелее. Пока девушки, родители и друзья волнуются перед военкоматом, по ту сторону забора новобранцы уверенно стоят по стойке смирно в предвкушении нового этапа жизни. Азарт и бодрость за осознание, что ждет впереди, интерес, что может вообще произойти. В конце концов, это тоже своего рода школа жизни. Напутствие молодым ребятам дали те, кто уже прошел эту школу жизни, знает секреты успешного прохождения службы и ощутил на себе перемены после армии. В свое время я тоже призывался, правда, с Одинцова. И это все помню, потому что есть некие моменты, которые человек запоминает на всю жизнь. Все парни, которые служили в армии, они немножко другие своих сверстников. В это по жизни потом заметите. Потому что именно поймете, что такое мужская дружба, ответственность. Без подготовки в военном коллективе авторитета не получить. Нужна хорошая обученность. Почему? Да потому что от обученности каждого из вас слагается боевая готовность экипажа, танка, орудийного расчета, расчета пусковой установки. Это очень важно. Люберецких юношей направят сухопутные, воздушно-десантные, радиотехнические, воздушно-космические войска, а также военно-морской флот и Федеральную службу войск Национальной гвардии. Двое призывников будут проходить службу в научной роте. Луиза Егезарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.